Президент, принц и самолеты. Майкл Кентский, кузен британской королевы, показывал сегодня Виктору Януковичу ретро-лайнеры британского клуба «Авиационная эскадрилья». Их 23, все они пересекли Европу для участия в разнообразных шоу в украинском небе. Первым делом, конечно, самолеты, а вот потом и политика с экономикой. В разговоре с Виктором Януковичем принц отметил, Британия внимательно следит за реформами в Украине. Президент пояснил Майклу Кентскому, в чем их суть? Это евроинтеграция и модернизация Украины.